Почти месяц прошел, как в этом подъезде закончился ремонт. Однако строители до сих пор не убрали за собой. Освежающий ремонт в подъездах стал подарком жителям этого дома к Новому году. Однако праздничное настроение сразу подпортило забывчивость строителей. Сначала это было в подъезде, вот этот мусор стоял. Потом выставили на улицу. И до сих пор они не убрали. И сверху уже кто-то из соседей начинает дальше подкидывать. Примечательно, что ремонт проводился в нескольких подъездах. Но почему-то мусор оставили только у одного. Откуда такая избирательность у коммунальщиков, жители узнать не смогли. Ну, в общем, мы сделали тяп-ляп у нас. И вот это вот все вот, уже сколько стоит этот мусор весь, больше было. Так я не знаю, может быть, увезли, что ли, не знаю. И вот все вот это вот, это вонь, во-первых, такая. К слову, наследили строители не только снаружи. Жители жалуются на качество уборки и на лестничных площадках. Ремонт более-менее, но вот после ремонта полы не вымыты, не вымыта побелка, покраска на полах. Вот а так. Все это разносится по квартирам, да? Да. Клининговую компанию вызовут в ближайшее время, заверили в управляющей компании. А вот насчет мусора у подъезда надо еще разобраться. Может, это жители превратили собственный двор в свалку, не донеся мусор до контейнеров. Пока мы ждали, коммунальщики выяснили, что не доработал их подрядчик, и быстренько все вывезли. Если у вашего подъезда забыли убрать отходы, для начала следует обратиться в свою управляющую компанию. Не реагирует там, жалуйтесь на антисанитарию в Роспотребнадзор. Юрий Шумков, Антон Муханов, Городской дозор.